саженцы сибирского ириса Dance Ballerina Dance, Iris sibirica Dance Ballerina Dance, полностью соответствуют своему названию. Их цветки выглядят нежно, хрупко, словно изящные балерины. Высота куста до 60 см, ширина – около 40 см. Внутренние лепестки белые или светло-розовые, внешние – фиолетовые. Листва насыщенного зеленого цвета, линейная, заостренная. Сибирские ирисы морозостойкие. В южных регионах желательно высаживать их в полутени. В прохладной местности можно безбоязненно размещать на открытых солнечных участках. Растения очень любят влагу, плохо переносят засуху и плотные почвы. Ирис сибирский Dance Ballerina Dance – это многолетнее растение высотой 80 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 40 см в диаметре. Ирис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания ириса прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает ирис сибирский Dance Ballerina Dance в месяц июнь. Ирис сибирский Dance Ballerina Dance по высоте можно отнести к группе «высокие». Цветок окрашен в изящный цветок, фолы розовато-сиреневые, стандарты белые с сиреневыми штрихами. Цвет. Интересные цветы ирис могут быть до 12 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 3-6 цветков. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.